Изможденный лечением Никита Пресняков вышел в свет. Совсем недавно 30-летний Никита Пресняков признался, что страдает неизлечимой болезнью. Тем не менее, серьезный диагноз не мешает ему заниматься карьерой и посещать светские мероприятия. Пару недель назад старший сын Кристины Орбакайте признался, что выглядит очень исхудавшим неспроста. Врачи обнаружили в его желчном пузыре доброкачественные образования – полипы. Избавиться от них полностью можно только радикальным методом – с помощью операции, но сдержать их рост поможет специальная диета, которой и старается придерживаться Пресняков. После объявления своего диагноза Никита впервые вышел в свет 29 сентября вместе со своей супругой – моделью Аленой Красновой. Он появился на премьерном показе картины «Веном 2». Молодая жена рассказала, что теперь следит за питанием Никиты, ведь если он продолжит употреблять жирную нездоровую пищу, полипы могут переродиться.